Вот такая у нас погодка 21 марта 2021 года. Хотел я вышел поснимать МКС, но тут вон луна. Луна еле видна. Малепусенькая прореха в облаках проскочила. Хотел я посмотреть, как МКС будет рядом с Альдебараном пролетать. Но какой тут Альдебаран, тут луны-то. Сейчас надо, наверное, выдержку уменьшать, как раз прореха. В облаках слишком ярко. Сейчас 19:40 по Киеву. Как раз через... ну сейчас... 19:39 по Киеву. Через 5 минут будет МКС. Но погода у нас вот такая. Ну ничего. Сегодня я снял Юпитер и Сатурн впервые за 3 месяца. Так что грех жаловаться. Полнолуние. Да, ладушки.